Чайки, люди, все на рыбу вышли около Батакары, на этом мелководье. Вон с очками бегают, с очками, так надо сказать, с пауками. Прям добывают рыбу. Охота на рыбу идет. Весенняя рыбалка на Батакаре. Вот не лень же ходить с этими сетками. Возьми удочку, постой. Тоже нормально. Вот сидят же рыбаки, нормально на этой луже ловят. Всем хватит рыбы. Судочка как-то увлекательнее. Ну ладно, будем надеяться, что останется и на следующий год карась.